Как всегда, живое обсуждение, много вопросов и бурные споры. В четверг состоялась очередная встреча рабочей группы по достройке объектов ДСК. Главная задача на сегодня – сверстать графики завершения работ, так, чтобы они устраивали и банк, и дольщиков, и строителей. Чистовой вариант регион должен подготовить в понедельник. Графики, которые сейчас представлены, они доработаны уже с учетом предложений как департамента строительства, так и инициативной группы дольщиков. Вчера мы с замминистра тоже этот вопрос проговаривали. Конечное решение будет принято во время визита в Ивановскую область министра Меня Михаила Александровича к нам 30 декабря текущего года. В ноябре департамент строительства и архитектуры совместно с Ленинской прокуратурой устроил внеплановую проверку застройщика на предмет соблюдения требований долевого строительства и целевого использования денежных средств. Выявили ряд нарушений. Нужные документы ревизорам не предоставили. Есть претензии к ежеквартальной отчетности и к использованию денежных средств дольщиков. С нарушением закона направлялись уведомления об изменении срока передачи квартир. В частности, уведомления о переносе срока передачи объектов дольщикам направляли за 2 месяца до передачи квартир, а не за 2 месяца до срока ввода объекта в эксплуатацию. В связи с чем дольщики оказывались в ситуации, что дом должен быть введен, и они уже пошел срок передачи квартир, а их только лишь уведомляют о переносе срока самого строительства. ДСК обещают все объяснить. Якобы проверяющие запросили очень большой объем документов. Предоставить все в короткий срок было сложно. Отсюда и недопонимание. К предстоящим работам готовы. Как говорят в народе, как только, так сразу. При поступлении денег мы уже говорили о том, что завод может начать производство. На объектах при поступлении денег это буквально там 1-2 дня для того, чтобы подрядчики, получив деньги, вышли на работы. Сам же завод, это ориентировочно 8 дней от момента поступления, пока мы закупим инертные, соответственно, тот же самый цемент со сроком поставки 8 дней. Понятно, что пока счета не пополнены, дальше разговоров дело не пойдет. Первые деньги обещали в декабре, а значит, со дня на день. Графики завершения строительства будут опубликованы на сайте профильного департамента, как только их одобрит банк. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.